Саудовская Аравия профинансирует строительство Роганской ГЭС на 100 миллионов долларов США. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил чрезвычайный полномоченный посол Саудовской Аравии Республики Таджикистан Валид ибн Абдурахман Аришайдо. Эта сумма составляет 50% от общей суммы, выделенной Саудовской Аравии Таджикистану. В начале пресс-конференции посол осудил военную операцию Израиля в секторе Газы, назвав ее жесткой и бесчеловечной, и отметил, что проблема Палестины остается важным для Саудовской Аравии. أصبحت هذه الوحدات الوحشية مخالفة للأعراف حتى القانون الدولي الإنساني. Обращаясь к теме сотрудничества с Таджикистаном, посол отметил, что начиная с 6 октября, после подписания соглашения о сотрудничестве между Саудовским фондом развития и Министерством финансов Республики Таджикистан, Саудовская Аравия выделила 20 миллионов долларов на образование в Республике Таджикистан. Отрадно, что из 195 миллионов долларов, выделенных Саудовским фондом развития, 95 миллионов долларов пойдет на финансирование образования в Таджикистане. Посол также поделился новостью о том, что чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии.